Я частый гость в этом театре, и мне очень нравится атмосфера здесь. Мы пришли на спектакль, потому что он очень известен как лучший спектакль о любви, который есть в Москве. Нам порекомендовали его посмотреть. Сказали, что будет здорово. Да, поэтому пришли. Вот посмотрите на меня, я был нормальным человеком. Что со мной сделала любовь? Это 9 историй о любви, о разных людях, о разных отношениях, ситуациях. О нас с вами, о юных, молодых, немножко сумасшедших, но непременно фантастически влюбленных. Спектакль про доброту, в некоторых случаях потерю, ну а куда без нее? Каждому человеку близка тема любви. Мы все живем одними проблемами, одними надеждами, мечтами. Самое главное – это не терять веры в любовь и знать, что она вокруг нас, она везде. И самое главное – она внутри нас. Никто из вас, посмотрев этот спектакль, не уйдет в плохом настроении. Если вам хочется провести легкий, веселый, нежный вечер, приходите к нам на «Почти город», мы вас ждем в нашей зимней романтичной сказке.